Друзья, всем привет! Канал 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять, канал обо всем. Город Казань, птичий рынок, Цицевская, 8А. Посмотрите, какой красавчик. Кикрик, гребень. Кикрик. Да, подставь кикрик, это по-русски как гребень. Смотри, какой гребень. Прямо этот кулак. О, а здесь молодые петушки. А гусята почем у тебя? Это 400, здесь поменьше, 250. Это хвост, да? Бивиляры. Нет, не соточные. Да? Я вас в прошлом году смотрел в этом ютубе. Да, да, выкладываем. Стараемся заработать денег. Да. Кто как может уж. Да. Вы разводите, продаете. Да, вы пользуетесь. Мы стараемся воспользоваться. А цыплята почем вот мелкие? Это породистые цыплята. Это тоже мелкие. Там 150. Вот это вот. А они тоже породистые? Там брама, да. Вон, видите, какие? Ножки, да? Да. Есть шоколадные яйца несут. Они прям черные, что ли? Бараны. Черные, да, у них есть? Ну, вот как вот луковые шелухи красят на Пасху. Вот, вот такие. Есть голубые, две курочки. Голубые вот яйца, которые... Прям голубые? Да. Обалдеть. Вот здесь петушка нет, здесь только вот две курочки. А если с мараном их, то они будут... Питницы. Питницы яйца. Нет. Надо было яйца привезти вам. Оливкового цвета такого. Надо было яйца привезти, да. Да. Интересно просто, я ни разу даже не видел. А это индюки. Это индюки? Да. По-цыгански? Куркан. Они дорогие? Рублей. А вот это вот не американские, вот эти широкогрудные? Широкогрудные. Вот эти, да? Белые широкогрудые, да. У нас этот, самцы этот, 23 килограмма где-то вот были. Нет, это у вас бройлерные, наверное. Ну вот мы покупали, да, мясные, вот они говорят, там американские широкогрудные. Это не такие? Нет. Это белая широкогрудая, так и называется порода, белая широкогрудая. А вот американские. Друзья, напомню, канал 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять, канал обо всем, друзья, подписывайтесь на канал, будьте на нем. Благодарность людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. Искусственно разводят. Они будьте здоровы, друзья, не болейте. И до новых встреч на канале. Спасибо. Они, во-первых...